Паустян, второй срок сева спустя 10 дней. То есть первый срок это 8 апреля. Второй срок 18. Ну, если честно, как бы второй срок, благодаря тому, что было уже намного теплее, посев смог где-то 4 дня наверстать, но в целом на этом все и закончилось, потому что там был период, когда не было осадков. Дожди пошли, ну, чуть позже. Это вот, можно сказать, сейчас более влажно. И ячмень как бы потерял это время. Потерял развитие, влагу. Все равно он не смог как бы опередить даже 6 дней. Вроде бы немного, а в то же время недостаточно. Потому что если там уже ячмень через какое-то время выбросит колос, то здесь еще даже нет флагового листа, или только он появляется. Это средний фон, и разница по высоте, да, наверное, сантиметров 15-20. 1,5 миллиона. Тоже, конечно, достойно выглядит, но все равно. И 5 миллионов. 5 миллионов паустян. Второй срок сева спустя 10 дней. 18 от 1 18 18 апреля посев был произведен. Ну, в целом все неплохо, все хорошо.